бачите, що машина і з іншого. Куди пішов? Запит. А що, перевіряли там, а потім пішов сів в машину? Чекає. Так а що, а не може почекати на вулиці? На вулиці ж тепло, що в машині сидить? Інспектора? Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что у вас случилось? Проверяли машину на наличие или выкрадено или нет. Вы сами пошли в машину, в автомобиль? Да, меня пригласили, я сел. Вас пригласили, да? Можно ваше посвящение? Конечно. Вам ершовный указ, да? Не, я человеку сказал, что я буду проверять документы. Тогда пишешь, что у меня сам машина. Да, я с кем сказал, что пригласили. И камеру заберемо. Бачинский Владислав Викторович, до якого року не бачу. До 18-го. А что, в чем вопрос? Там по машине? Сказали, откройте капот. Я открыл капот, посмотрели номера или совпадали. Сказали, что возможно, что угодно. Надо перепроверить. Ожидал перепроверки. Я, в принципе, предупредил о том, что только что делали недавно экспертизу. Все нормально? Да, конечно. Денег не давали? Нет. А приготовили? Нет. Правый карман с кошелька. Черненько. Тут. Сколько приготовили? За что? Если, допустим, немає за что. Сколько приготовили? Ничего не. Я же не говорю, что вы давали, я говорю, сколько приготовили. Серьезно, ничего не готовили. Покажите? Что в кармане? Что в кармане? Вот что вам конкретно показать? Ай-яй-яй. Смехи. Пока вы будете давать, они будут брать, понимаете? Вы говорите, что у вас все нормально, и вы при этом готовите вот с этого кошелька туда деньги. Зачем? Я абсолютно ничего не готовил. Показать вам на видео? Тут 90-кратный зум. Может не показывать. Никакой бреду немає. И вот то был бы кор, конечно. Гляда его накрыла. Вот так открывай капот, что ты потом геморрой был, да? Эксперты. Два штуки. Как он крутит этот. Свидос. Тик-тик-тик-тик-тик. Руки. Ай, да вы потирай правую руку. Показывает, что так надо, да? Да, да. Тихо-тихо-тихо. Телефончики меняются, да? Тихо-тихо, сейчас не вытягивает. Ну, стань же боком. Ёлки-палки, неужели дает? Диви, в карман придумал. Вы даже не знаете, за что вас зупинили, что? Какая разница, за что зупинили? Вы порушуете накази. Ой, мы надеемся, что была причина для зупинки, ну все-таки. Ну, так вы там рассказываете, что... Так что, можно готовить гроши в карман вложить, с кошелька, и идти в машину сидеть? В смысле? В прямом. В смысле? А что, бывает как-то в смысле в другом? Родителя. Так я бы спитал. Да что мне питать, я бачу, видеокамера бачила. Вы что, сдавали водителя? Причем тут давали, я говорю, зачем готовить? То в смысле готовить, подивилися, перевірили, проявили вас. Чого ви стояли там, перевіряли? Ви стояли 10 минут перевіряли. Один перевіряв, другий перевіряв. Перевіряли. Погано чуть. Тещі дзвонили, дружині дзвонили. Погано чуть, база перевіряли. Погано чуть. Ви всім позвонили. Потім вам мало було і ви ще й пішли в машину. Пішов машину, погано чуть, фури їздили. Як по голові, нормально вийшли? Мало вийшли, мало. Аж кепка спала. Мало вийшли. Карман придумав. Взяв карман леве. Опять по шапці получив, ти бачив? Да не бачив, бо я на нього. Диви, він праву руку положив денег. Ах, по руки дав, блін собі. Диви, рука болить. В правий карман положив собі леве з кошелька. Оце чуді. Да. Стекла. Ні, він тільки що тер щось там крас. Стекла. Ні, не держав. А ви закінчуйте от це відкривати. У вас по руці вийшов хорошо, а той по шапці. Більше не буде лізти. На сьогодні, я думаю, факт. Не було такого? Не упав капот? Шапка не спала, ні. Шапка не спала? Вийшов. От туди менше лазить. Туди ж ось. Ну ви в нього лично, Руслан, ти в нього лично питав. Ти в нього питав, він щось давав? Я не кажу, що давав. Ну, аби він дав, то ми по дрому підійшли б до вас. Або взагалі б не підходили. А написали він, це, я тобі кажу історію. Він каже, я спішу. Ми кажемо, подожди. От, може там якісь питання? Я тобі говорю серйозно. Він каже, я спішу. Він показував тобі на часи. От ви заснімали. Ви бачили, що він показував? Я вам не за те говорю. Руслан, ми не того. Перед тим подивіться наша, да? Ми з ним дивимося.
наблюдаем, наблюдаем. Все нормально. Вы проверяете, да, 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 все там нормально, ненормально. Аби ви прийшли до нього туди-обратно з протоколом і почали це все писати, або зупиняли понятих. Питань немає до вас. Понимаете? Ну ми за порушення. Слухайте, вам сьогодні бензин дали? Дали. В талонах? Да. А скільки літрів? Всегда. А скільки дають всегда? 10. 10? Так по 20 дають. Або по 40. А яка заправка, які талони? Яка заправка? Ну не скажіть, нічого. То ви спочатку обвиняли інспектора, що він взяв взятку. Водитель каже, я нічого взагалі просто перевіряв. Ви казали, що ви взяли гроші? Ні, питали, так, питали. Ну, давали взятку, давали. Честно, тобі за це велике спасибо. Я не те, що я хочу. Як водитель, потому що...